Привет всем любителям драм. Предлагаю прослушать обзор к турецкому сериалу «Любовь на показ». Но для начала не забудьте поставить свой царский лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропустить просмотр любимого сериала. В 13 серии турецкого сериала «Любовь на показ» Керем рассказывает своему отцу о том, что он заподозрил близкую связь между учителем и Айше. Мужчина был в ярости от услышанного и считал подобное поведение непристойным, поэтому он стал настаивать на том, чтобы сын принес свои извинения. В этот момент в семействе Айше начинают усердно обсуждать данную новость, и близкие девушки стараются разобраться в каждой мелочи. Братья гордились Керемом и считали, что он поступил правильно, ведь так ему удалось отстоять честь своей супруги. Но на самом деле Керем переживал за сложившуюся ситуацию с женой и ее новым назначением. Он намерен сделать все для того, чтобы разрушить ее карьеру, и считает, что только так сможет удержать возлюбленную рядом с собой. Керем находится на грани отчаяния, и он принимает единственное для себя правильное решение. Изначально он покидает свою должность в компании, а затем и вовсе уходит из дома вместе с вещами. Айше не могла оставить мужа и поэтому отправилась вслед за ним. Супружеская пара решила отправиться к Волкану, ведь здесь Керему всегда рады и никто не станет его угнетать в этом доме. Отношения между супругами постепенно начинают налаживаться, но смогут ли они снова быть счастливыми? В 14 серии турецкого сериала «Любовь на показ» после того, как супружеская пара перебралась жить к Волкану, прошло совсем немного времени, и вроде бы их отношения стали налаживаться. Вскоре супруги узнают о том, что с отцом произошли неприятности, и теперь он находится в больнице. Керем и Айше приходят в больницу для того, чтобы навестить отца и поддержать его в непростой период. Мужчина все так же был сильно огорчен из-за последних событий и того, что ему пришлось услышать. Только на самом деле это было не главным. Самым ужасным обстоятельством стало то, что мужчина по каким-то причинам утратил память и после этого стал нести всевозможный бред. Родственники не знают, как ему помочь, и не могут понять, что именно с ним происходит. Когда они обратились к врачу с вопросами, то он уверил их в том, что это все временно и совсем скоро к пациенту вернутся воспоминания. Но медицинский работник знал истинную причину такого заболевания и не хотел раньше времени расстраивать Керема и Айше. Когда герои сериала вернулись домой и рассказали обо всем своим близким, то сразу же стали размышлять над дальнейшими действиями. Ведь теперь их глава семейства способен выкидывать такие вещи, от которых окружающие смогут прийти в шок.